Как раз в 61-м году, это год, когда я родился. Это гордость всего тогда, всего великого, могущего народа, бывшего Советского Союза, я бы сказал. Вот это ностальгия. Это ностальгия прошлое, и я думаю, это хорошая платформа для будущего поколения. И гордость, что мы, граждане Советского Союза, первые, скажем, ну как бы своего рода, так называемый, лидер, что у нас был такой гражданин, как Юрий Гагарин. Наш советский народ поднялся в космос самый первый, конечно, праздник. Гордимся. За державу нашу не обидно. Когда он полетел в 61-м году, была гордость за то, что наш космонавт впервые полетел. Я еще маленькая была. Ну, сколько мне было? Лет 7. Когда Гагарин полетел, это вообще была сенсация. Не только для нас, для всего мира, что первый человек в космос полетел. Конечно, это праздник. Гордость, что это мы сделали, не кто-то другой. Я довольна этим, что я живу в советское время. Это в советское время было, да? Я жила в это время. И мне было всего 16 лет, когда я услышала эту информацию. Я была очень рада. И рада за нашу страну, что мы живем в такое мирное, хорошее время. Я очень благодарна нашему правительству, во-первых, и тем умным людям, которые создали это. Ну, во-первых, это гордость за свою страну. Вот, во-вторых, я считаю, что нам не надо останавливаться на этом. То есть Юрий Гагарин сделал первый шаг только, а нам надо продолжать эти шаги по Солнечной системе, соответственно, и дальше в космос. Мы даже сегодня по радио услышали как-то за нашу страну, за нашу Россию как-то, ну, не знаю, горды мы. Что еще рассказать? Приятно очень. Мне уже 82 года, конечно, помню. Как это было? Очень хорошо. Да, шок был. Шок был, когда он полетел, и шок был, когда он ушел из жизни. Горжусь своей страной, горжусь нашим президентом, в общем. И что я живу в этой стране. Несколько поколений гордятся этим фактом. И День космонавтики – это просто уже достояние. Это большой праздник, я считаю. Рассказать детям об этом, потому что для наших детей День космонавтики – это привычно. А для наших родителей, и дедушек, и бабушек это было действительно чудо. Поэтому вот в этом плане рассказывать больше детям. Я знаю происхождение слова «космонавтика». Космос – это, значит, галактика. А «навтика» – это значит кораблевождение. Молодец. Первым в космос полетели животные, я так считаю. Насколько я помню, полетели белка и стрелка, две собаки. Потом полетела, по-моему, американская собака Лайка. А это наша собака, да. А потом уже первый космонавт полетел Юрий Гагарин. Полетел он 12 апреля 1961 года. У меня есть чувство гордости за Юрия Гагарина и за всех последующих космонавтов, которые могли увидеть своими глазами космос, нашу планету. День космонавтики – великий день. Я горжусь этим днем, этим праздником. Это, конечно, очень приятно. Это поднимает патриотический настрой у народа. Относимся позитивно. В 12 часов уже поздравляли всех родных с Днем космонавтики. Сыночек тоже в курсе. Воспитываем.